Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы возвращаемся в Hello Neighbor, короче говоря, в моды. И сегодняшний мод называется Bigger House, или Bigger House, не знаю, наверное, Bigger, не знаю, как правильно. Значит, что у нас здесь? Такой вот здоровенный дом у соседа, наша машинка, и, собственно, это наш дом. Хата довольно-таки маленькая. Туалет прям здесь. Хата говно у нас, короче. И посмотрим, что сзади. Сзади, короче, такой вот лес. Лес, к слову, очень некрасивый. Ну, в общем, давайте изучать дом соседа непосредственно. Багажник, наверное, как всегда, закрыт. Я угадал. Текстурки здесь нет, они не качество не сделали у них нормального. Так, такой вот дом с реально огромными комнатами. Джаз, блин. Соседа я пока не вижу, его здесь, по-моему, и нет. Ну и нет, фиксим. Так, ладно. Холодильник пустой, это все пусто. Ищем в каждой комнате, чем поживиться. Что-то это от комода не дотянуться. Другое. Так, ладно, ничего в этой комнате полезного нету. Может быть, в этих ящичках что-нибудь полезное есть. Не, нифига. Ну, по крайней мере, я не нахожу. Фонарик я не думаю, что пригодится. Так, надо дверь оставлять открытыми, дверцы, чтобы знать, где мы уже смотрели. Холодильник пустой, я уже посмотрел даже здесь. Есть еще в этом столике такое вот небольшое углубление, но в нем ничего нет. Хотя иногда в него могут что-нибудь полезное-то засунуть. Соседа я что-то не наблюдаю. Есть ли он тут вообще, не знаю я. И постараемся узнать. Если его здесь нет, то это не так интересно будет. Так, а вот уже дверь в подвал. Бутылка от молока, которая не берется. И она почему-то розовенькая какая-то. Здесь тоже ничего полезного не нахожу я. Ну, во-первых, стул убираем сразу. Граммофон. Не знаю, пригодится или нет. Может быть, запросто. Так, я вижу рычаг тут у нас находится. Не знаю, что он у нас включает, но, в общем, разберемся. Так, а вот задний двор. О, кстати, мы на задний двор-то не заходили же. Тут какой-то сарайчик с замком на нем, и там ружье внутри. Только вот замочная скважина, так как бы ее нету, но мы в нее посмотреть можем. Что тоже странно. Гаечный ключ надо. Блин, нифига, домина, конечно. Тут по вентиляции еще, видимо, надо будет ходить. И стекло я, по-моему, кстати, это не разбивал, но таким и было вроде бы. А вот и огромная лестница на второй этаж. Здесь мы были уже, собственно. Только не говорите, что мне придется мячик отсюда спускать на этот рычаг. Соседа я что-то реально не вижу. Может, его и реально нет.
Акула плавает. Угу. Так, а вот и вентиляция. Давайте посмотрим, что там находится. Находится там магнит. Магнит для чего, пока не ясно. Там, я думал, она вентиляция еще ведет в какую-то другую комнату, но нет. Или может еще есть одна, не знаю. Так, вырубаем камеры. Эти все пустые. А, возможно, тот рычаг, который мяч надо спускать, это, наверное, от этого лифта. Вот, кстати, интересно. Ну-ка, давайте попробуем. Тут есть какие-нибудь мелкие предметы? Я могу просто так до этого. Она может просто так долететь до этой кнопки? Ну-ка, попробуем. Я хочу попробовать докинуть до кнопки. Так, не попал. Можно ли вообще предметом нажать кнопку эту? Мне что-то кажется, что можно. Надо попробовать. Эх. Не, все-таки, наверное, надо лифт этот поднять. Только чем, я не знаю пока. Какие здоровенные комнаты, ё-моё. О! А, она открывается, но за ней нет уже ничего. А, может это? Это что-то открывает. А, ну да, мы так рычаг бы этот не открыли. Только не знаю, что он открывает. Не понимаю я что-то, что он открывает. Ну-ка, он случайно обратно не закрывается? Нет. Ладно, тогда наверх. Позицию его надо двигать. Что-то насморк у меня опять пошел. Но думаю, ничего страшного. Пустой. Полезных предметов пока не обнаруживается. Там ничего нет. Не. В общем, тут полезного ничего нет. Надо, наверное, открыть этот. Ну-ка, этот рычаг оттуда же, да? Да, верно. Подождите. Подождите. А она низко довольно. Может, я с кровати допрыгну? Но, правда, нужна коробка, чтобы я на кровать саму запрыгнул. А, нет, стул. Стул лучше даже. Может, я со стула туда даже запрыгну? Не, со стула не допрыгну. Ну-ка, ну-ка. Ё-моё. Не, я, скорее всего, не допрыгну отсюда. А если... А я могу поставить стул на кровать? Блин, надо с другой стороны. Ну-ка. О, получилось. Наверное, наверное, эта штука открывает лифт. Я угадал. И куда у нас это дело ведет? Гитара, не нужна она нам или нет, я не знаю. Здесь заперто. А, вот еще вентиляция. Ну-ка, погнали. Ага, ключик. Вот для чего нужен был магнит. А. Мы бы сюда не смогли войти, потому что здесь подперто стулом.
Да, похоже, соседа нету в доме. Жаль, 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 да, жаль. Замок долго не пришлось искать. Ого, сколько тут. Так, кто это от машины? Вот это что-то открывает. А это акула у нас замораживает, наверное. Этот кусок решетки открывшийся вылез. А это, ну-ка, подождите. А, точно. Открываем тогда, открываем. Какие огромные комнаты. Так, диван с текстурой кирпичей. Довольно странный такой диван. И посмотрим, что по этим комодам. Не, ничего здесь нет. Здесь мы уже были. Ну и наверх. Посмотрим, что наверху. Это уже, видимо, чердак. Во-первых, нужно найти желтый ключ. Ага. Растапливать его надо. Наверное, где-то эта кнопка находится. Генератор. Или что-то типа того. Так, давайте посмотрим, вернемся, если я сейчас выход, конечно, найду. Вернемся в комнату, где этот. Решу, это, да, акула плавала. Ой. Наверняка там что-то полезное должно быть. Ну давай, не застревай, иди. Да, точно она заморозилась. Ага, гаечный ключ. Чем он нам полезен? А еще это, мы ключ от машины нашли. Сейчас разберемся. Я пока даже не понял, что это за решетка. Я эту решетку даже, по-моему, не видел. Ой, что у меня за насморк опять, а? Ага, ключик от какой-то двери. А, вот, вспомнил, вот от этой. Ружье, не знаю, нужно ли оно нам или нет. И ломик. Ну-ка. Идем домой. Или я не помню, есть ли у нас раковина или нет. Надо ломик остудить. Где ванная? Отлично. Так, отлично. Только ключ-карта у нас осталась. Надо найти место, где этот открылась решетка. Что это за решетка вообще и что она открывает? В этой комнате я, по-моему, не был. Что мне за насморк реально пошел? Че за ерунда такая, а? А, здесь я еще не был. А, вот мяч, который надо было спустить. Какая решетка открылась, я не пойму.
А, вот это, наверное. Или... Чё-то не пойму я. Какая... Нет, нет, нет. Короче, сейчас вот так сделаем. ГОСТ. Проверим ГОСТом, что это за решетка. А, все ясно. Мы в эту комнату уже было. Мы тут уже были. Теперь осталось найти только... Как этот генератор, чтобы растопить холодильник. Сейчас на это времени не знаю, сколько уйдет, конечно. Может, за стулом что есть. Но не, нет. Здесь нет. Короче, я узнал, как размораживать. Оказывается, надо набирать лейку воды, нагревать на плите и лить сюда. И это тот еще геморрой будет, потому что я нагрел, собственно, теперь я не могу взять в руки, я не помню, где я оставил магнит. Не хочу искать, поэтому я лучше, наверное, этот. Я, наверное, просто лучше так сделаю. Да и то ведро там, по-моему, надо не одно. Я просто вот сюда залечу, возьму карту и все. Не хочу с этим заморачиваться вообще. Вот это вот не надо. Так лучше бы генератор какой-нибудь поставили. Для холодильника. Музычка расслабит наше дело. Наверное. Где выход? Подтормаживает что-то она немного. Этот граммофон то в итоге не пригодился. Так, и что будет дальше? Все, никакого подвала, что ли, не будет? Мы, кстати, сделали его с Далт, который уже далеко не первый раз в наших роликах. Ну, этот мод не сильно порадовал от него, если честно. Он много хороших модов сделал, крутых. Но этот... Этому можно просто, ну, плюсик поставить, не больше. И галочку точно не поставлю. Мод, потому что слабоватый, не очень прикольный. Но сам домик, да сам дом довольно интересный получился. Ладно, давайте на этом закончим. Такой вот слабенький мод получился. Но на плюсик сойдет. Всем спасибо за просмотр. С вас и подписывайтесь. С меня эпичный видос. Подписывайтесь на стримский канал, на влоговый канал. И всем пока.